жужин, чернотроль. Все, погнали, блять. Побегай, босс выйдется. На ком король стоит, побегай. Отбеги, чтобы он подвигался. Открылся. Олм открылся. Он был мотанчик живой, кайфовал. Ну, рядом рубун стоит. Вот товары не созданы для того, чтобы кайфовать. Наверняка. Вот товары созданы для того, чтобы страдать. Вот, кстати, смеешь там, может потом сделаем. Напротив. И ты пьешь. Лима. Там у вас слепо глаз. Короче, все, миленько, можешь идти курить, да? Угу. 40 секунд можете пойти покурить. Что такое вид? Миленькие всякие топоры могут быть. А ты раздавалка попробуй по домашним. А там вот, я думал, проходит тебя. Раздевалка. Иди и Гиглеру косты позади. Может, тотемами его заставить всего. Полёт шмеля. Так иди встань рядом со мной, чё ты, чтоб не летать. Да, он говорит. Хорош. Да иди сюда, ну чё ты стесняешься? Гиглер активировал. Иди, я тебе истерию дам, бей его. Ну не дождусь первой кары. Какая истина. Конечно, алики еще играют. Раздевал, хочешь, я тебе щиты позабиваю? Как ты ее называешь? Раздевалка? Все, можно курить, отойти пока, да? Да, конечно. Перерыв 15 минут, да? Крош. Валка, что ты не подходишь?
ты чё раздевалкой не убил этого слепоглаза? Там ауры по 3-4к только убьют, по-моему. Тебе надо было убить, а не профилить, там, копей. Подключай на лед. Ну так как бьет 5 человек, пошел и я курить. Мне кажется, или тут всего 3D-шненько бьют? Ты сделал RJ, посмотри. Пока. Я аукционатор не отключил. Не могу RJ во время боя посмотреть, кто в...
Правильно. Только прости, нет. Че, это... На груле надо про товар, нет? Про товар всегда нужен, раскол постакать туда-сюда. Давай, ты знаешь, что делать, красавчик. Я понял, спекаюсь в Ромса. Когда, короче, про товар есть в рейде, босс сам со смеху падает. Это на Аларе не работает, да? У него нет просто чувства юмора у Алара. Он просто нас с собой забирает. У Алара нету... У него клюв, короче. Как у бога не может быть чувства юмора? Там написано «Феникс бог». Это все хуйня. У Алара нету чувства юмора, а у Протовара его тем более, блядь, нету. Да тут ты же думаешь... У всего это чувства юмора нету. Это же он не мешает шутить и смеяться. Типа, блядь, пошутил и посмеялся такой. Выдавил. Не, ну как вы, блядь. Если начали на всех Барагози, так надо как бы... До конца, до упора Барагози, да? Как бы, да, всех сразу же это опустить и закончить. Диспельте хилки, пожалуйста. Войд, поставь метку, я не знаю, кого бить. Так, кого? Громилу, конечно. Бей про товара. Нет, ну, блядь, по идее, Громилу сначала убьют, потом уже... У меня ассиста нету. Есть. Тут всех подряд могут бить. Ну, по-любому ему ассист надо было, чтобы пикнуть-то. Ну, ассист. Нет. Кстати, ребята, если кому-то это случайно дадут, сразу нахуй всех пикать из гильдии. Случайно, мистыча. Не, ну представляешь, тебя там хотят мут дать, да, например, или там из гильдии кикнуть, и тебе дают офицерку. Ты такой, на, сука, на. Всех просто. У нас уже один такой был по пьяни. Ты в историю войдешь, понимаешь, после такого. Ты можешь после этого без отбора сразу возглавить. Мне бы дали офицерку, когда я был пьяный, блядь. Слушай, как будто напиться это такая проблема, знаешь, больше никогда не повторяю. Ради кика? Давай, Бредвар, начинайте. Так, давайте. На боссе Кават. И я, соответственно. Слева Буркма страхует. Это что? Сзади. Подожди, что я должен делать? Тихо. Я вагоном никогда не был, ты мне... Ручки не... закрыл. Я не умею. Да что там уметь? Подошел, встал в нее, все. Вот где крестик, да? Там? Или где? Да, примерно там. Ну, все, что рядом с ней появляется. Ладно, еще. Вайп. А вот на боссе гриб в звездочку. Будешь закрывать эту метку горящую. Так, Дэл, ты сзади позакрывай милики свой милик. Гриб, я просто хочу посмотреть на жареного грибачего. Ничего такого. Бафы раздайте тем, кто падал. Кавата, а чё у тебя такая твинка мёртвая? Есть же такая настакивающая. Завес. Или ты ее не вывел еще? Пойдет. Вот это вообще прикольно, и стамины дают до хрена. Там, если где-то метки будут, центр сзади. Магии, здесь смотрите, есть, если что, строго. 5 черных брюлей. Добавь на пух. Все, погнали, блять. Так, ручка.
давно уже в команде. Задержка. 90 дебаф. 100%. Грип справа. Грип. Ой. Одну задачу поручил. Грип вагон. Грип справа. Выйдется или чё? Да-да, я выйдется. Чуть-чуть подвигайся. Слева в центре закройте. Слева, слева, слева. Около милизу. Хорош, Костя. С левой стороны. Изи. Танк вам таких нет. Слева. Милизон. В центре закройте. Возле. Нормально, танк можешь их хватить. Набивайте. За 240-го не скажу, что я вагон. Это что значит? Вот не суммировал 10 раз. Это как надо добиваться? Да падает какая-то фигня. Ребята, как, кто знает, что тут происходит? Брат, ты, да, хотел этот? Да, да, да. Стаки на боссе. А как они стакаются из-за чего? Это, по-моему, когда кто-то дохнет, на нем стаки набираются. А нет уже. Мы типа блатные? Не, типа мы аккуратные очень. 280 левел мог бы это сделать. Топ-контент. Конечно, молодцы, там магик еще остался. А чё открыли-то в Домаран? Что ты было? Магик трёл. Магик. Прочитал Кирстен? Угу. Вразка забралась? Чё там? Не-не, не упала итемка. Не упала. А забирай лутку, я улетел. Своё сердце свету. Странно, а я вижу. Надо походу до давать, а не после. Или может она у тебя уже есть? Я нету точно. Нужны еще варианты, ребята. Закидываем вариант. Вот такой может. Гриб, надо что-нибудь?
Вот. Сейчас ДКшка ливно, короче, варом пристану тебе. Ты что, разными персонажами ходишь? А, хули делать. Я так-то вообще за трое не ходил на ДКшку. Знаешь, что Дезерон ответил? Знаете, что Дезерон ответил мне очень, грубо говоря, вот сейчас? Mm-hmm. Ну, судя по твоему веселью, что-то охрененно смешное. Да не, говорит. Ну, для меня, да, немножко даже смешно. Говорит, я специально его не нервлю, чтобы вы его убили первым. Нормальный вообще. Говорит, только ваша тактика имеет смысл, блядь, на вторую фазу. Я такой, в смысле, какая тактика? Говорит, ну с ШВшками там, с куполами, говорит, с мобов. Короче, вот все, что пытаетесь сделать, это все правильно, да, ребята? Так держать. Ну, знаешь, Леха, вроде бы приятно, но это легче не становится. Это, знаешь, как, типа это, пилите, Шура, пилите, знаешь, вот это вот. Все лучше, нормально. Мы уже не травим мне деду. Как? Лучше бы починил, чтобы это лемы не летали, а ходили. Сложно должно быть. Ребята, да успокойтесь. Нет, если понерфят босса, он станет просто легче. Или вообще сделать, чтобы чары летали там, и все, делов-то. Слушай, давай-то один хп ему сделаем, да и все. И хорош, на. Ну, говорит, там, типа, вот все заебись, работает, просто исполнения типа не хватает. И это. Если, ну, вы можете его убить, только исполнения не хватает. Ну, скажи, пускай Андрей соберет и сам убьет, попробуй. Знаете, что забавно? Что если он каждая гильдия, которая жалуется, так говорит. Он говорит, я охуел, говорит. Знаешь, когда я охуел, говорит? Когда вы босса держали на месте и всех мобов разом взрывали в первой фазе. Мне кажется, на втором Фениксе... Говорит, даже я такого не предполагал, говорит. Он сейчас, кстати, посмотрит на босса, посмотрит и это усилит его. Скажи. Пошлите уже. Всех присоединяйтесь. Иллюзорцы вообще говорят, это закрывают. Не, он даже не предполагал, что можно сразу 7 мобов взрывать. Он говорит, ладно, 7, но 4 вы можете спокойно типа взрывать на второй фазе. Он же должен все равно как-то делать босса, опираясь не как на топовые гильдии, да, ходят закрывать, а на среднестатистические. Если, типа, сейчас речь идет о... Войне всегда так враска было, и РСХМ тоже самое было. На топовые. Как раз уваливается каждый хроники, потому тут что он теряет аудиторию. Кто аудиторию теряет? Не, они рассчитывают на то, что типа... Бонусы за боссы есть, бонусы за боссы, поэтому типа это, типа он должен быть сложный, только для топовой гильдии. Говорит, кислород это продажный проект. Даже... А вы, кстати, бонусы получили за ЗС или ОКО? Там да его все разом убили, поэтому там непонятно кто. Но вы получили бонус? Нет. Там никто никаких бонусов не давал. Ну вот здесь также только асгарды за Джайна получали. По-моему, больше никто ничего не... Ребят, успокойтесь еще раз. Когда понерфят, тогда понерфят. Раньше вы этого никак не добьетесь, даже если ныть будет. Просто они же сами видят. Если будет ходить его травить, они увидят, что никто не ходит, там уж понерфят. А при чем здесь ходят, не ходят? Когда кто-то убьет, появится сообщение. Убийство босса. Они знают, да, как, дату, когда запустили этого босса. Они смотрят сроки. Они примерно понимают, так, 4 месяца никто не убивает, будем нервничать. Поставьте рыбу, пожалуйста, я пропал там все. Мы вообще пойдем еще, Леша, нет, туда? Да, больше не пойдем.
самый оптимальный вариант, это чтоб первый был, который феряет, это ярость, скорее всего, который феряет, убивать там, когда первого феникса убивается, на втором надо какой-то купол от ДЦ давать, а мы не даем, мы перебегаем в этот момент. Будет полегче. Я не понял, что за печенька на меня, что это такое? Я не подписывался ни на что, вообще не подписывался. Там хмелит. Беспредел какой-то творится. А все три ДК в ДИСе? Ну, а что? Бомжей не давайте. Их и нету, я их сдал уже. Блять, ну нахуя? Чтоб я бегал? И, типа нам это я бомжи не боссом. Нужны, да, мы сами бомжи. Ай, кому там еще поставить? Мозру? Да. На, персонально тебе. МП5. Мне, кстати, что делать-то здесь? Коват на боссе. Баркма, там трэш будет выходить, ты его ловишь. Остальные можете. Да, сейчас у меня дон багается просто. Плохо. Можно каски перепахать? Дайте каску. Спасибо. Блин, ты себе что не сролила? Ты там ничего не упало и разрола не было. Да вот я без щита хожу, может щит никто не ролит, не будет, и он упадет. Я буду вообще на седьмом небе. Я подарок на восьмую масту, да? Щит? Ну типа того, да. Как надо мало для счастья. Рыбку поставил, рибафы дайте всем. А тебе подарок по почте прислать на 8 марта? Шлите мне, я передам. Какую-нибудь гадость? Нет, не надо. Сердолики. Здесь сердолики. Ну, носки можно прислать. Ребят, шлите сердолики. Чё как мохито? Неликс, я в тебе очень уверен просто. Ты А чё Мухомора не поставил? Ой, да, бестолку, он там помрёт первым. Раздаваки нету в рейде. Бенсе. Точно, точно. Нет его. Надо, короче, этих крабов пофармить. Клещни, чтобы... А в двери чё, кубы тоже дамажат, когда прожимаешь? Да. 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 А чё мы ждём, кстати? Стас. Раздаваку мы ждем. И а шкаф. Мы не можем убить? Нас и так мало. Ну, ништяк ауешек на бесах будет, если вдруг они выйдут. Че вы, парни, дайте шкаф, пожалуйста, че вы ждете? Чернотролль, поставь шкаф. У нас один мог. В рейде ты кричишь, парни, дайте шкаф. Чекни просто на АФК. Там уже бафы 10 минут не спадают. Раска, дай кулак повару. У тебя есть. Темпы 5, мало что? На АП кричи дает, все. Тем более тут на две этой стрелы больше. Ну что, на ФК?
Зачем суммонить из зоны АФК? Я понял, что он АФК. Да давай без него убью, черт. Ну да. Как бы это не тот босс, которого надо ждать. Пуляйте. Давайте, пуляйте. Коват, Бркмак, Танч. А я-то здесь, я жду, когда там мега-паладин даст, мега на пуск возьмем. Охренеть. Да, босс там. О, да, а. Теперь баф. Паладин, наверное, не? На тортик он прикалывается. Нет. Ага, водитель, что МП5. МП5 твоё, повар. А там написано на этом? Нет. А на бафе написано. На бафе написано, на баф, а вот этот. Специально не давала, вот так скажу. Нет, правда. Я бы его подрослил обязательно. Нет, у тебя до этого было перед боем. А вон это написано же, этот. Танк бафал. Танк бафает, у него прото стоит. Там, кто бафает, на этом бафе нет, написано не с того персонажа. Понятно, что я прикалываюсь. Ребят, ну понятно, что я прикалываюсь. Что вы объясняете? Блять, я вам точно клещ на 8 марта пошлю всем. Тебе не забудь. Правильно, им клишни, а мне сердце. Что за, блядь, аддон такой, который показывает? Кто что, бафал? Не про какой-то. Да-да-да. Феникс, наверное. Чё, погнали. Феникс. Там есть другой. Не помню название, но есть. Еще поле пауэр есть. Который тоже. Поле пауэр только у паладинов. Не, ну да, это только на паловский баф. А есть еще один. В нем не узнаешь. В смысле, ты что, видишь поле пауэр, у кого что стоит? Нет, но если стоит, он может бафнуть другое же. Да, бесполезный дом. Есть даже аддон, который показывает, у кого есть такие аддоны. Типа, а чё метка на меня кинулась? Ну чё, долбаю? Заслужил ты метку? Вот ну я же, блядь, не кастер, какого хуя его на меня кидает? Не на правду. Не говорить нечего. Оно кидает на всех, у кого манна есть. А, да? Первый раз на ханте вижу, чтоб на меня метка была. Кубы 5 секунд. Того страховать сразу было. Кирса луну, если чё. Что-то у меня подлагивать начал. На реба страхует. Я чё-то не помню, с бесами чё делать? Собирать. Там позже, да, их надо убивать? Да, в кучку собираешь, мы потом заливаем их. Если есть возможность, верни его в центр, а то, блядь, бегать с одного края на другой. Такое. Откидывает постоянно. Ну ты развернись просто, он тебя откинет в центр и там всё. Там вар стоит в луже, что ли? Что там без такого есть? Давайте хпшку переводи. Какой маковый ешел без? Нахуй уешь, вы чё? Кого? Блять, я думал, ты понял, что я смеялся насчет беса. Я думала, я метку прослакала, думаю, что странно. Я тоже думаю, что такое. Так, ладно, раздайте флееры всем, кроме шамана. После фазы встанет. После фазы встану. Анкил, ты самый умный там. В смысле? Зачем ты бесов повешал раньше того, что они вышли?
сказали, заливаем бета. Ау, я. Не говорил. Ну, добивайте. Ладно. Бейте пока там это, те, кто могут подхиливать, подхилите. Че, вагончики, так и скажите. Да не говори. Эти бесы собирают, сдается стан от Ретрика и заливаются. Че вы там хуярили вообще, без понятия? Что меня, блядь, било? Пульсации скверны? Интересно. Так, сейчас встаю, прохильте сразу, встаю. А, кстати, у ДК, по-моему, охерительный РС есть. Мне кажется, это Гардвар танчит. Кого тупо? Да нет, он перекидывает это агро. А, там он кит просто иногда. Вперед, мой верный падаван! Каругара не хватает, да? Чего это, выгрестал кого это? Чернотролля. Давай, чернотролль, побежи, что ты можешь. Жужин, дай думать его Лейнер, пожалуйста. Она умирает. По мане. Это вот этот? Восставший союзник? Да. Он типа им управляет или ты им управляешь? Он с тобой управляет. Ирфур, выйдите, ну. Ну что вы делаете? Тебе что, никогда не геснули, что ли? Выводи. О, ты не факт, потерял что-то. Вывел, проверили. Там, по-моему, прикол его, по-моему, не резнут потом, да? После этого. Да нет, там подождать надо. Или гаму. Или так останешься. Будешь вечно в пете бегать. И что, нормально? Тебя зато фигнуть не смогут. Надо тогда ДКшку тоже попробовать. Порисать, вредить. Не, может их можно ТЛК брать, как петов они будут считаться. Выведи жопу, босс. Кинь 30 человек таких рейд завести. Ооо, веди. Давай туда, вон, туда. Сюда, вы давай. Представляете, я возьму контроль воида. Он как личный про товар. Вот что у него за наклонности? Ягодный торт пьет, про товар пьет. Вот что у тебя за наклонности? Ты его наклонности. За афирские какие-то. Буду комплект собирать, персонаж. Вестите, пожалуйста. Полина, все, твой день. Твой день. Если его сегодня не паролят, конечно. А чё, питан ром, что ли? Ну, мало ли, может, кому-то нужно, я, может, не соврю. Так, давай. Я потом... А вдруг? Но у меня как бы лучше. Да я заберу навара на протика. Может, мне тоже паролить? И сразу всем надо, конечно. Там броня, кстати, есть. Ну ладно, там интеллект, типа, но все равно нормально еще. Кто там мейн? Мейни на хули пала заберет. Какие-то по линии отдайте. Не, сейчас паролем. 8 марта, все дела. Ради такого смучка. Причем тут смучка ради Полины. Она же вам и простит. Для нее, короче, в этом в Агримаре щит продается, такой белый цвет. Северон говорит, 4 сверхновые переживали. Блять, если бы он знал, что мы, блядь, 7 стаков переживали.